От каторги и ссылки до современных пенитенциарных учреждений. За более чем вековую историю уголовно-исполнительная система прошла сложный путь. На днях работники ведомства отметили профессиональный праздник и 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Сегодня в состав УИС Чувашии входят 9 исправительных учреждений, 2 следственных изолятора. Работает уголовно-исполнительная инспекция, отдел по конвоированию и центр инженерно-технического обеспечения и вооружения. 140 лет – это значимый срок. Система уже доказала свою необходимость и потребность в исправлении, в том числе граждан Российской Федерации. Исполняя свой долг, всегда помните, что закон должен быть в наших головах, но и в наших сердцах. И соблюдая этот паритет, исполняйте с честью возложенные на вас обязанности. Современные колонии и следственные изоляторы – это не просто места содержания, но и центры социальной, медицинской, образовательной, трудовой и духовной реабилитации людей, попавших в места лишения свободы. В ваших душах есть честь и достоинство, которое не позволяет вас жить и быть всегда на высоте и сохранять, соблюдать закон, чтобы у нас в городе все было на правовом русле, чтобы у нас в городе всегда было здоровое общество, чтобы в наших дворах было безопасно ходить. По традиции, в праздничный день состоялось чествование лучших сотрудников и ветеранов. Им вручили ведомственные награды и благодарности. Вы Российской Федерации.